Доброго вечера. У нас идет дождь на улице. А у меня здесь розочки, которые я пересаживала 6 июня. К сожалению, они начали желтеть. И вот, как выяснилось, это хлороз. Купили вот такое вот удобрение. Сейчас развела его. Буду опрыскивать. Но зато есть и радостное известие, что вот розочка, которая из корней я посадила, из вазочки, вот она дала такие листики. Удивили. Какое-то чудо для меня, что без корней вот так вот раз и такие листики. Не знаю, как дальше, что будет с ней. Ну вот сирень там, она как-то дала лепесточки, все на этом. Посмотрим, как розочка. А эту сейчас будем опрыскивать. Это не вредитель, а не хватает здесь в ней минеральных веществ. Это мы будем опрыскивать. Уже развела в земельку. Пробую сирень тоже обработать. Один раз в неделю только написано, надо обрабатывать. Поэтому посмотрим, что будет. Вот, ну вот это вот для меня, конечно, радость, что получились такие вот. Что дальше будет? Прошло 8 дней. Вот такие листочки появились. Ну, всем всего доброго.